Видите, товарищ подполковник, свечи явно новые. Ну да, похоже. А вот акта ремонта по этому поводу я что-то не помню. Должен быть. Я не из кармана же эти свечи достал. А откуда я знаю? Может, ты фокусник? Ага. Может, ты эти детали вообще из воздуха достал? Но даже в этом случае у тебя должен быть акт, в котором написано, что свечи автомобильные, 4 штуки, были извлечены из воздуха атмосферного и поставлены на автомобиль у вас. Я правильно понимаю, товарищ подполковник? Вы все очень правильно понимаете, товарищ майор. А, вот он. Ну, я же говорю, что где-то должен быть акт. Да, может быть, он где-то и есть, но только не здесь, это точно. Ты на дату посмотри, 2001 год, а у тебя свечи совсем новые. А, странно. Не, ну я сейчас найду. Так отставить. Ты будешь искать, а мы будем ждать? Так не годится. У нас с товарищем подполковником своих дел хватает. А вот для всех документов товарищ подполковник технику не пропустит. Верно, товарищ подполковник? Абсолютно верно. Вот видишь, поэтому давай так, к вечеру. Ты должен узнавать каждый винтик этого автомобиля в лицо, по запаху, если потребуется, по вкусу. А главное, чтобы все документы на эти детали и узлы были в наличии и разложены по порядку. Вы согласны, товарищ подполковник? Допустим. А вы чем в это время займетесь? А я сейчас заскочу к Староконю. Ну, а минут где-то через 15 предлагаю встретиться возле склада вооружения. Там самая ответственная работа. Вы согласны? Вполне. Ну что ж, давай приступай. Только смотри поаккуратнее, тут с тормозами проблема. Ну, пойдемте, Анатолий Евгеньевич. Есть.